Начинаем отливку свинцом женщины, имя ее повторяю про себя, от злого колдовства, проклятий по жизни, породу, сглазов, порч, чужих злых пожеланий, лярв, бесов, подключенцев, отселенцев, от перекладов болезни, перекладов судьбы, крадников, подкрадников, некротической магии, магии инсектоидной, магии от эгрегора жаб, от эгрегора змей, подкладов, перекладов, от мертвых духов, от порталов к мертвым, от сущностей. Итак, батюшка-свинец, помоги. Свинец заговоренный лежал на фотографии сутки, впитал весь возможный негатив. Батюшка-свинец, помоги, очисти ее. Силы неба, силы земли, силы огня, силы воды, помогите, очисти ее. Силы ночи, силы луны, заберите весь негатив и очистите ее полностью. Силы четырех ветров, батюшка-северный ветер, помоги, очисти ее. Батюшка-южный ветер, помоги очистить. Батюшка-западный ветер, помоги очистить. Батюшка-восточный ветер, помоги очистить. Какой ветер будет другом? Вот сейчас мы прислушиваемся к ветру. Так, ага. Восточный ветер проявился. И южный. Итак, два ветра, это хорошо. Хороший знак. Батюшка, свинец, помоги. Посмотрим в узоры на свинце. Здесь мы можем увидеть лица людей или сущности, которые влияют на нее. Смотрим, вот мертвая энергия на сердце присутствует. Некротика, мертвый мужчина и мертвая женщина. И еще мертвый мужчина. Смотрите, даже три образа. Смотрим, какая-то женщина средних лет, полная, плетет клубок. Прямо вот ниточки, 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 плетет клубочек. Ага, колдует, понятно. Мужчина недобрый, недобрый, с бородой, с усами, злой, желает чего-то плохого, живой. Женщина невысокая, тоже злая. Еще женщина, и еще женщина. Ух, так. И какие-то сущности. Два бесенка. Батюшка, свинец, помоги. Берем щепотку заговоренной соли с полынью и бросаем в огонь. Батюшка, огонь, сожги весь негатив. Все злое колдовство верни тем, кто желал ей зла. От всех проклятий, заклятий отключи. Открой ей все пути, все дороги. Берем щепотку заговоренной муки, чтобы принести поток благосостояния, благополучия, удачи, финансовый, денежный поток счастья в ее жизнь. Берем три щепотки заговоренной соли, бросаем в чашу с водой. Матушка, вода, омой, очисти, сними все злое колдовство. Фотография лежит здесь. Под этой чашей голова строго север, ноги юг, запад, восток, матушка, вода, помоги. Берем щепотку соли, бросаем в свинец, батюшка, свинец, помоги. И пройдемся, давайте, по прошлому. Соберем проклятие по жизни, породу, сглазы, порчи, заговоры, наговоры, злое черное колдовство, злые колдовские шепотки, крадники, подкрадники, ведьминские мешочки, рассорники, привязки, завязки, привороты, навороты, окормы, опои, печати, знаки, метки от людей, от сущностей, которые могут притягивать в жизнь проблемы, неприятности, болезни, чужие злые пожелания, злые слова, косые взгляды, злые мысли, программы от эгрегоров, от людей, зависть, чужую злобу, жадность, переклады судьбы, переклады болезни, переклады несчастья, переклады бесов, родовые бесы, от эгрегоров болезни, бедности, несчастья, одиночества, безденежья, все это отливаем, всех лярв, бесов, подселенцев, подключенцев, инсектоидных, рептилоидных, демонических, некротических, бесовских сущностей, инкубов, суккубов, мстительных духов, небо над откроем, с головы морок снимем, ошейник, программирующий шеи, путы с рук, оковы с ног, землю очистим, чтобы земля носила, кормила, защищала ее, давала энергию на воплощение, намерение, планов, будущее, омоем, очистим, настоящее время здесь, сейчас, пройдемся по прошлым жизням, соберем злую карму, будущей жизни омоем, приоткроем, настоящее время здесь сейчас, пройдемся по роду матери, соберем проклятие, заклятие, первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое поколение, по роду отца, первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое поколение, батюшка, свинец, помоги. Смотрите, черноты, ох, прямо вот здесь тоже можно увидеть, тут у нас намешалась нить и бесовщина, здесь уже и по роду всплыло, но ничего, ничего, давайте на фотографии пройдемся, небо откроем, шеи морок снимем, руки канала удачи, сердце очищаем, солнечное сплетение, желтое, золотое, крадники, подкрадники, печень, вторая чакра, первая чакра, ноги, чтобы земля носила, кормила, защищала землю, под ней небо над ней, все плохого и злого, вот и ветер нам помогает, отливаем, хорошо, так, ну ничего, смотрите, сверху он какие-то над головой по мужской линии какие-то алярвочки висят. И смотрим, видите, морок, морок и хороший морок такой. На уровне, вот прямо на груди, смотрите, бесовская морда. Прямо, ох, бес. Внизу живота портальчик, то есть качают в основном энергию удачи. И там, ну, лицо. Лицо похоже, ну, это не человек. Ну и земля, конечно, закрыта. Видите, много слоев закрыто землю. На голове тоже. Ну что же, мороки снимаем, все эти порталы закрываем. Сейчас посмотрим, что свинец отлил. Что он, ох,
тут у нас намешан, накручен. Ну, в принципе, вот мелкие, видите, мелкие окормы, опои. Как я понимаю, все-таки через еду что-то. Ну, не так много, но какие-то попытки есть через еду накормить, напоить. Вон, это уже не достанешь. Смотрим. Какой-то договорчик, видите, высветился. Договорчик маленький, свеженький, да. Кто-то либо на нее договор заключил, либо она с кем-то. Смотрим, корень рода. Широкий потенциал вообще, хороший. Хороший потенциал, но идет вот как бы, ну, до уровня удачи, и здесь ломается. Во-первых, мужское и женское прямо вот разделено. Левая часть род матери, правая род отца. По роду отца, конечно, карма, ну, такая жестковатая, я бы сказал, видите, много всего. Есть, значит, в настоящее время, смотрим, есть вот от мужчины, ну, не колдовство, а проклятие. Вот они, здесь, похоже, несколько мужчин проклинали. Нехорошо. Хотя, вот, видите, вот идет канал, вот видите, в левую сторону. Раз, два, три. Три канала здесь, три женщины колдуют. Три женщины. Одна из них, видите, очень ловко притягивает мужчину какого-то, мертвеца. Привязала. Привязала мертвеца. Нехорошо, он все время некротику приносит. Ну и вот, в общем-то, видите, потенциал хороший, но жрут его, со всех сторон рвут. И вот эти мы каналы отключаем. Карму подчищаем. Да, вторую чакру тоже очищаем. Проклятия эти старые убираем. Ну, теперь надо вызвать образ, прокачать потоками силы земли и силы неба. И, конечно, поставить защиту. В принципе, не так плохо. Да, в общем-то, не самое плохое, что могло быть. Даже ничего. Все драгоценное, нужно действовать.